Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Сегодня мы поговорим с вами о необычном приборе. Нам всем из детских сказок хорошо знакомы волшебные предметы, предсказывающие будущее. Например, магические кристаллы. Не удивляйтесь, с помощью современных технологий инженеры компании Oregon Scientific сделали сказку былью. Погодная станция Crystal Oregon BA-900 соединяет в себе часы, функцию прогноза погоды и систему измерения температуры внутри помещения. И все это в небольшом элегантном приборе, который включается в обычную розетку в вашем доме. Да, чуть не забыл, это еще и стильный ночной светильник, который легко впишется в интерьер современной квартиры. Рассмотрим прибор поближе. Первое, что мы видим, это красивую коробку, которая так и просится стать подарком для близкого человека. Внутри нее находится станция, разделенная на два блока. Базовый блок, на котором располагается дисплей, подсветка и кнопки управления, и стеклянную призму, кристалл, с выгравированными внутри объемными пиктограммами солнца, облаков и осадков. Для сборки станции нужно снять защитную пленку с клейких площадок, расположенных сверху базового блока, и осторожно установить кристалл сверху, следя за тем, чтобы погодные пиктограммы на базовом блоке и кристалле совпали. Клейкие площадки одноразовые, будьте внимательны. Для того, чтобы клей схватился как следует, понадобится несколько часов. В собранном виде станция выглядит весьма внушительно, да и весит она за счет большого кристалла немало, около 1,5 кг. Обратим теперь внимание на нижнюю часть корпуса станции. Там расположены следующие элементы управления. Кнопка установки времени, кнопки включения и выключения функции настройки точного времени по радиосигналу, а ниже кнопки изменения настроек, переключатель шкалы измерения температуры по Цельсию либо Фаренгейту. Там же расположены переключатели выбора станции и сигнала точного времени, автоматического переключения отображаемых на дисплее данных и кнопка сброса настроек. Настройка станции проста. Собственно, все происходит автоматически. Стоит вам только включить станцию в розетку с помощью входящего в комплект сетевого адаптера. На что нужно обратить внимание, так это на настройку часового пояса для верной автоматической коррекции времени. Для этого проверим, чтобы переключатель выбора станции находился в положении EU и кнопкой выставления часов установим значение часового пояса. Для Украины это единица. В течение примерно 10 минут станция автоматически проведет настройку времени по сигналу атомного эталона, расположенного близ Франкфурта. О качестве приема сигнала можно судить по индикатору, расположенному на базовом блоке станции. А вот теперь начинается обещанная магия. Во-первых, обратите внимание на необычайно красивые 3D-пиктограммы в кристалле. Солнышко, символизирующее ясную погоду, подсвечено красным цветом. Если ожидается облачная погода, то кристалл будет светиться синим. Ну а если нас ждет дождик, то его капельки в кристалле будут светиться зеленым цветом. Теперь проведем рукой перед дисплеем, и вместо времени станция покажет вам температуру в помещении. Просто и эффектно, не правда ли? Сегодня мы познакомились с вами с волшебной вещью, существующей в реальности. Погодная станция Crystal Oregon BA-900 – замечательный пример синтеза современных технологий и дизайна. Она стильна и проста в обращении, хотя и не столь функциональна, как большинство современных бытовых метеостанций, но у нее иное предназначение. Она создана для того, чтобы радовать глаза своих хозяев и рассвечивать серые будни всеми цветами радуги. Впрочем, при этом ее прогноз достаточно точен. А ход часов выверен до секунды. Единственным спорным недостатком прибора можно считать достаточно большой вес. И то, что кристалл требует аккуратного обращения с ним. Но эти моменты не столь существенны на фоне впечатляющего вида станции.
С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. До скорой встречи в нашем магазине!